Всем привет! С вами Kids News, самые детские новости для всех. Этот выпуск наша команда посвятила очень старому празднику, который отмечается уже 2000 лет. Вы только подумайте, 2000 лет! Итак, сегодня мы расскажем вам про Рождество, а именно, как празднуют Рождество в Украине. Самый лучший фильм про Рождество. О выставке «Рождественская сказка в нашем городе». Приступим, и я передаю слово Соня, которая расскажет нам о том, как празднуют Рождество в Украине. Спасибо, Бажена. Итак, Рождество – самый добрый праздник. Согласно христианским традициям, этот день был началом новой жизни, так как именно в этот день родился Сын Божий. Считалось, что на Рождество все, что происходит, имеет свой смысл и особое значение. А именно, приходят новые мысли, встречаются новые люди, а о себе могут дать знать старые знакомые, о которых забыли. А в ночь с 6 на 7 января снятся вещи и сны. Рождество считается семейным праздником. 7 января в доме нельзя ссориться. Лучше всего в этот день помириться с тем, кого обидели. Или с тем, кто обидел вас. Ранним утром принято ходить в церковь на утреннюю молитву. После окончания службы семья снова собирается дома за праздничным столом. В центре стола должна быть кутя, каша из зерен, пшеницы, с маком, изюмом, орехами и медом. А вечером начинаются колядки. Дети ходят от дома к дому, получают от хозяев жилья разрешение колядовать, затем поют колядку. Лично хозяин дома, узнав заранее, как его зовут. После этого хозяин приносит детям сладости или денежку за труды. Теперь я передаю слово Бажене, которая расскажет вам о самых лучших фильмах про Рождество. Спасибо, Соня. Ребята, вашему вниманию хочу представить несколько интересных фильмов, которые рассказывают нам классные рождественские истории. «Один дома». Большая американская семья собралась на рождественские праздники в Париж. В день отправления все проспали и в попыхах начинают собираться. Им с большим трудом удается успеть на самолет, и когда тот уже взлетает, мать и отец главного героя фильма вспоминают, что они забыли его дома. В это время наш герой Кевин понимает, что он остался дома сам, решает не тратить время зря и повеселиться. Однако, чуть позже Кевин узнает, что некая парочка бандитов хочет ограбить его дом. Грабители даже не догадываются, с чем им придется столкнуться, ведь мальчик как следует подготовился к их приходу. «Полярный экспресс». Этот мультик расскажет вам о маленьком мальчике, который не верит в чудеса. Как-то раз, в канун Рождества, он получает уникальную возможность отправиться на Северный полюс и лично убедиться в существовании Санта-Клауса. Кто не знал? Так зовут в Америке Деда Мороза. Герою предстоит увлекательное путешествие с множеством невероятных приключений на волшебном поезде, который привезет его прямо к Санте. С 1 по 3 части «Гарри Поттера». В мире могущественных волшебников всегда творится что-то интересное. Будучи маленьким мальчиком, Гарри Поттер знакомится с миром магии, уезжает в школу чародейства и волшебства Хогвартс, где его ждут 9 месяцев учебы. В этих сказках просто потрясающие сцены празднования Рождества. Огромные елки, летающие свечи, торжественные пиры и любящие друзья. Ребята, даже один из тех фильмов, что мы вам назвали, точно подарит вам теплые эмоции на Рождество. И я передаю слово Алексу, который расскажет вам о выставке «Рождественская сказка».
которая проходит у нас в городе. Спасибо, Бажина! Друзья, в нашем городе открылась ежегодная всеукраинская выставка народного искусства «Рождественская сказка». Для тех, кто хочет узнать что-то новое о празднике, данная выставка точно будет интересна. Все желающие могут увидеть разные рождественские украшения, подделки, вышивки, картины и многое другое. Отдельное внимание стоят традиционные детские игрушки, ведь украинские мастера делают их своими руками. На выставке будут проходить разные мастер-классы и встречи с настоящими носителями украинской культуры и традиций. Взрослые и дети смогут попробовать сделать себе или близкому человеку подарок своими руками. И я передаю слово Бажене, которая подведет итоги нашего выпуска. Спасибо, Алекс! Друзья, Рождество действительно очень хороший праздник. Наша команда желает вам провести его в семейном кругу, в тепле и уюте, и чтобы вы нашли в себе частичку этого волшебного праздника. С вами была команда Kids News. До встречи!